Ангел Гавриил, предстояй пред Богом, послан бысть к Иерею Захарии, и к дотой служа по чину череды своей, а вниде походите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовествоваше о Твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозия о Рождестве Твоем возрадуются». Сего ради и мы, дивному о Тебе, Божию благоволению, чудящийся и радующийся, со благоговением в похвалу Тебе вопием. Радуйся, совета Божия, неизреченного таинище. Радуйся, дивного смотрения на исполнение. Захария, явшегося ему ангела, смутися, и страх нападен нань, и не верова о слове сем благовестие Его Рождестве Твоем, егда же за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, аллилуйя. Разум неуразумеваемый разумейте ищущие люди, ждущие Захарию чудякуся, умедлившую ему в церкви, исшедшую же ему и не могущую глаголать и к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца, чудес Бога, вопием Тебе таковая. Радуйся, великий Родший, Тя утешение. Радуйся,
лишнего разрешения плодства, заматеревшее во днех своих, праведные ли советы, зачат Готяб, славный предтечи Господень, и таяшийся месяц пять глаголющий, яко так у мне сотвори Господь во дни, вняже презри отъяти поношение мое в человецах. Егда же прия имущую в очреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велим. Откуда мне сие, яко прииде Мати Господа моего ко мне? С нею же радующийся, взываше Богу, Аллилуйя! Имея и предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева матери твоей исполнился иси Духа Святаго, а Танюду же и пророк дивный показался иси, игда во утробе матери твоей осы взыгрался иси радощами пришествию матери Господней. Бога Бо познал еси носимо в ложеснах, благодатные и того, матернеем гласом проповедал еси, подобаше Бо божественных вещей преславным быть и началом. Сему оба благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопие. Радуйся еще в утробе матери, предпославшегося Господа чудным весельем пред по словесе ангельскому проглаголоти, игда же по Рождестве Твоем предтече Господень написа благодатное имя Твое, аби отверзошеся уста и язык Его и глаголоше, благословя Бога и пророчество глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и Ты, отрача пророк Вышнего наречешися, поякому Аллилуйя. Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что уба отрача сие будет. Мы же тя преславный притеча Господень, яко больше всех рожденных женами, достойно чтущие ублажаем сице. Радуйся от зачатия Твоего благодатных явлений исполненный. Радуйся в Рождестве Твоего благословленный. Радуйся в Владычестве Твоего Отца Твоего пророка Вышнего наречённый. Радуйся в Отрочестве Твоим Духом Святым просвещенным и мудрым. Радуйся Богу, воплотившемуся с родником плоти.
Бога противное веление беззаконного детоубийцы и родоизгнатия из дому отча, в непроходную пустыню носима матерью, предтеча Господень. Иде же и пребывал еси до дне явления Твоего ко Израилю, яды акриды и меддиви, и Богу вопия. Аллилуйя! Видящий дивное Божие о Тебе промышление, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался иси, от анюду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям, грядущее во Христе спасение, сего ради со удивлением и любовью Тебе взываем. Славный Ты, Божественный Предтече, показался еси в пустыне Иорданской во дни явления Христа Бога миру. Сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям глаголя. Се Агнец Божий в земле и грехи мира, Его же мы, верою познавшие, поем Ему. Аллилуйя! Воссиял еси свет истины Иоанне Богопросвещение, всем являя славы очей сияние, явшееся плотски нас ради. Вопиял бы еси в пустыне людям, покайтеся, приближибося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, сего грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное Тебе вопие.
хотящий о тебе, креститеся Господу Иисусу, Иоанне богоблаженне глаголал еси, остребую тобою креститеся, обаче повинуяся рекшу тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его, и крестив не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя. Новую подая благодать, креститесь, изволивая тебе, Господь, сподобитя духа пришествия видите, и глас отеческий с небесе, свидетельствующий его сыновство слышати. Отнюду же в триех лицах единому Богу поклоняйтесь, нас научил еси, его же бренными прославляющий устнами, в похвалу сия тебе приноси. Радуйся, Троического Богоявления, первой проповеди вечер. Радуйся, в триях лицах единого Бога истинный поклонничек. Радуйся, Духа Святого и Великого Вездесознателя. Радуйся, снисхождение Его от Отца до Сына Святителя. Воплотившегося Бога Слова, видя в богооблаженне крестителю, божественную свою главу преклонивша и рабское крещение приемша. Ты сам весь исполнился и сии великого смирения, и спроси уба боголюбезную добродетель сию и нам одержимым гордостью. Якуда от сердца смиренного пием ему, аллилуйя. Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви. Сего ради благодарственное хваление тебе, великому учителю истины воспевая. Yeah.
Архангельская, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силой или иною, ревнуя бо поистине, дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющийся убо честней главе Твоей, молимся Ти, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем, аллилуйя. Витийство всякое земнородных не давлеет достойно восхвалить и Тя, Иоанне Богохвальне. Тебе бо уста Христова похвалиша, высше пророков и больше всех, рожденных женами Тя наименовавша. Отнюду же достойную похвалу принести Тебе, недоумевающее вопием Ти, сицевая. Радуйся, Церкви Христовой великая слава! Пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси Иисущим в аде, яко же бо денница, предходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящий. Отнюду же вскоре Господем изведен был еси, со всеми от века праведными пая ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя! Стена еси, прибежище спасительное всем, молитвенно к Тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем Тя сице. Радуйся, мощный заступниче нашей верной от бед хранителем. Thank you.
всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень. Но мы любовью понуждений дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно прими от нас, первостоятелю, у престола Пресвятые Троицы, и моли освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устами поем Богу. Аллилуйя! Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего, исполнена Тя, Иоанне Богопросвещение, ведущее, и радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовечье, озарившего Тя свыше божественного света. Благодатите за именитый Крестителю Господень, и тою обогатився. Победоносец преславный показался иси, победил бы иси враги и всякую злобу, и великое служение Твоим мученическим подвигом запечатлел иси. Ныне же, предстоя престолу Царя Царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враге и во всем благопоспешение. В добродетелях же благодатное укрепление, поющим Ему Аллилуйя. Поюще Бога дивно в Тебе, прославшегося хвалим Тя, Богоблаженне Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенский апостол, и нового завета первомученичи. Радуйся, явление Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедничи. Радуйся, языку божественное призвание предвознести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
великий и преславный Предтече и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной зми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! О великий и преславный Предтече и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечным изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! О великий и преславный Предтече и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной зми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть к иерею Захарии, егда той служа по чину чреды своя, в ниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о Твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозие о Рождестве Твоем возрадуются. Сего ради и мы дивному о Тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоговением в похвалу Тебе вопием. Радуйся, совета Божия, неизреченного таилище. Радуйся, дивного смотрения Его исполнение. Радуйся, прежде лет многим пророчеством лица Ее Радуйся, великий Иоанне, пророче!
крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающегося не презри меня, но совокупляйся свои небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есть вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховному обычаю. Пригвожден бо есть ум мой земным вещем, что сотворю, не вем, и кому прибегну, да спасенна будет душа моя. Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице вем, больше быть и рожденных всех. Ты бо сподобился иси, коснутися верху Царя Христа, в землющего грехи мира Агнца Божия. Его же молись за грешную мою душу, да поне отныне в первый на десять час понесу тяга ту благую и приму мзду с последними. Ей, крестителю Христов, честны предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближней друже Христов. Тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывая прародительный грех, покаянием же очищая коегожда дело скверну. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, а муже ничто же скверно входит в Царствие Небесное.